Смотри на MTV, будь в сети. Будь в сети. Приехали два наших товарища помочь нам исполнить эту песню. Приехали они на общественном транспорте. А все почему? Просто у них нет автомобилей. Встречайте, Владимир Шешуков и Роман Салдин. Получилось, что эту песню принял сам, дай ему Бог здоровья, толстый, как и я, Сергей Стилавин, но гораздо более известный, и вот в своем шоу «Народный продюсер» мы с ребятами прошли с этой песней, какой-то фиг его знает куда там вообще. И если вдруг так получится, что нужно будет голосовать за нее снова, это будет бесплатно абсолютно в интернете, блядь, проголосуйте, пожалуйста, что вам стоит? Мы выиграем какие-то деньги, потратим их. На музыкальные инструменты и группа «Хаски» будет звучать еще громче, еще интереснее. Идем туда пешком, ведь у него нет тачки. Сильно одевается от Пьера Кардена. Всегда здоровается с мамой, палит ее гобелен. И потом мы вместе едем к нему на дачу. Едем на электричке, ведь у него нет тачки.
Спасибо всем, спасибо, что пришли. Отлично было просто. Комментируй ВКонтакте. Моё ТВ. Ставь лайки в Фейсбуке. Следуй за нами в Твиттер. Смотри на мой портал Будь в сети.